Приветствую вас глубинно, вот если так рассматривать, чисто вот с точки зрения ваших чувств, которые могут быть, то здесь, конечно, не ревность, потому что ревность это уже следствие, вот. А здесь я бы сказал, что сравнивание, то есть вы сравниваете, сравниваете себя с ней, допустим. То есть здесь вот такой момент, момент именно идет сравнивание. А как мне видится, конечно же. То есть вы почему-то считаете для себя возможным сравнивать себя же, допустим, со свекровью своей. Вот. То есть это, такой примерный момент, вот такой примерный аспект, такая примерная ситуация, вот. И, соответственно, от этого нужно исходить уже, на мой взгляд. И именно от этого нужно исходить. Из этого, точнее, нужно исходить. Из того, почему вы сравниваете себя, с не вот, вследствие чего вы это делаете. Вот. Собственно, такой момент, вот, на мой взгляд, такой аспект, такая история, такая ситуация. Вот. Это если мы говорим чисто о том, как так случилось, да, как так произошло, что вы начали испытывать ревность. Ну вот. Второй момент, который может иметь место быть, да, или вторая история, которая имеет место быть, или второй аспект, который имеет место быть, это аспект, я бы сказал, уверенности в себе, который вам, который вам также может не хватать. То есть вам может не хватать именно вот неуверенности, вам может не хватать уверенности в себе, вам может не хватать сознавания себя хорошей мамой, возможно. Вот. И так далее. Это опять же, я не берусь утверждать эту историю наверняка. Вот. Сейчас я не берусь эту историю наверняка утверждать. Но мне видится такой момент в том числе.
да, вот, то есть это, ну, это достаточно важная история, вот, ну и здесь уже могут быть варианты, самые разные варианты, вот, например, варианты могут быть такие, что вы, значит, чувствуете себя не очень хорошей мамой, варианты могут быть самые разнообразные, но здесь будет лучше, если будет проведена какая-то работа, да, по исследованию вашей ситуации, потому что, ну, потому что в противном случае это просто будет игра такая своего рода в угадайку. Но мне бы не хотелось, чтобы мы с вами занимались этим. Вот. Так что вот так я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот, но в целом нужно исследовать. Вот. А может быть, это проблема идет еще глубже, ну, еще более глубже она берет основания. Вот. Может быть. Может быть, еще более глубже идет ваша проблема. То есть тут как бы только предполагать, ну, это неблагодарное дело. Я надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет, вот, что это неблагодарное дело заниматься угадыванием. Вот, и все-таки обратитесь к психологу для того, чтобы мы вам помогли. Для того, чтобы мы помогли вам разобраться с тем, что происходит. Ну, что происходит хотя бы с вами. Вот. Такой вот, такой момент. Такая история. Такая ситуация. Вот. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.